тоже такое место в Северной Норвегии. Называется Каутокейна. Здесь мы будем ночевать. Это не отель, это типа мотеля. Здесь апартаменты. Апартаменты. Вот здесь вот кухня общая. Холодильник. Все красиво, модерново. Вот я уже выложила свои продукты. Все по цвету. Две спальни. Это на семью. Здесь вот душ. Такой вот. Со стиральной машиной. Спальня, где мы будем спать. Здесь электрическая кровать Йенса. Не электрическая, а в общем она с дистанционным управлением. Что она делает, я не знаю. Сегодня я попробую. Вот все такое вот. Вообще-то бумажное. В таком вот стиле. В этих апартаментах мы остановились перед поездкой на Нордкап. Самая северная точка Нордкап, куда устремляются в летний период многие туристы со всех точек мира. А также это традиционное место встречи всех мотобайкеров. Ну и я, прожив на территории Норвегии в течение 8 лет, так и не побывала там. Решила этим летом навестить это место, чтобы это время мне запомнилось. Сейчас я показываю апартаменты, в которых мы остановились перед поездкой на Нордкап. Получили большое наслаждение, отдохну в этом отеле. Наш путь ведет дальше. До встречи, до следующего включения. С вами была Лора. Пока-пока.